Всем привет, уважаемые гости моего канала, и не только, с вами Макс, и сегодня мы играем на Slime Rancher 2. Давайте сейчас продолжим. Я хочу кое-что смешное показать, что у меня произошло. Короче, вот обычный мир вроде, да? Буду я немного куриц пойму. А, да, кстати, я забил новых слаймов. У меня курица там это, ну короче, у меня тут куча слаймов, я делался еще двоих вот таких. И у меня произошел очень-очень странный баг. Посмотрите, у меня заспавнил просто миллион куриц. Посмотрите, просто они издают столько. Заткнитесь, курицы! Я не знаю, куда их куриц девать. Хотя я знаю, я хочу сделать, короче, у меня есть небольшое место, я хочу сделать так. Курятник, хватает лошадей. Вот так. И улучшение можно тут купить. Это весенняя травка. Не знаю, зачем это, ну давай. Что такое? Витамин. Давай я сейчас еще. Что это такое? Витаминизатор. Я не знаю, что такое. Что это? Старосборник. Какой-то старосборник. Ну что-то я, короче, уже купил. Вот. Но теперь у меня будет, короче, куриц. Давай, эти цип-цирипы, цип-типчики. Цыпа, хочешь поплавать? Давай! И цип-цирипчики, цип-цип. Как их? Цип. Как понять, кто здесь старая курица, кто не старый кукарьку? Понятно. Как-то можно все-таки понимать, что я не профессионал, но с вами раньше. Да, конечно. И я помню, как я играл в первую часть. Да, я, конечно, играл за кадром, но простите, я тогда еще видео не снимал. А, да, и я вчера забыл выложить, позавчера и вчера забыл. И сегодня я забыл выложить видео, а сейчас, ну, у меня там что-то была проблема со звуковое видео, которое мы, когда это видео уже выложено, мне кажется, то видео уже выложено тоже. Тоже и вот так старые курицы. Чем еще старые кукарекуны от старых? А, ну блин, это у грибы жопу, а у этих ладно. Да, еще небольшой сюрприз еще будет в этом. Короче, вот. Ладно, все. Тут у меня цип-ципики будут. Это. Что? Это я не понимаю. Зачем оно? Сюда не надо. Оно собирается чем-то куриц. Собирают типа старых, я понял. Она собирает всех типа. А тут еще такие цыпики милые. Короче. Ну да. И видео, которое. Видите, да, это видео должно было выйти завтра, и следующее видео должно было бы выйти после, же вчера это видео должно было выйти, а следующее видео должно было выйти позавчера, но, сегодня, будем считать, что это видео вышло вчера, короче, сегодня у меня будет, и завтра у меня будет очень такое видео прикольное. Ё-моё, тут куриц.
начала теперь уже снимать прикольное видео. Будем считать то, что это шестое. Так, что там по плортам? Я не знаю, что за баг. Может, если его разбирать в багах, разбирать он или это, не знаю. Не знаю, напишите мне в комментариях, я почему ему... Да, я нажимаю, потому что два, а не убежать. А, пропустите. Я собрал несколько кукарикун. Я добрался до цыплятника. Там. Тут у меня... А я еще, кстати, клубнику посадил. Так. А, еще я за кадром это разбил гордо. Я нашел секретную пещеру. Разбил. Ну, разбить это типа накормить, чтобы он типа бабах сделал. Я разбил, типа. Это я просто. Так, такие плохо. Надо, мне кажется, поспать-ки. Все. Круто. Куриц еще больше поставить. Отлично. Звук уже бесит. Так. А у этих были? Было. О, клубника тут это. Поп, делаем деньги. Куретник еще тут у меня тут. Теплетник. Надо курить это построим. Это все закинул в кормушки. Так, кто у нас тут не выедет у нас? Они у нас едят. Так, кто? Так, и выедите у нас. Выедите у нас. Вот и валяется. Жалко, правда, сейчас никаких модов нету на Slime Rancher 2. Это было бы очень прикольно. Может, есть, я не знаю, я не проверял, но если бы были, мне бы очень понравилось. И сюда добрались кузу. Что вы делаете? Они просто крыли мастерки. Пра-пра-пра-пра. Пещеры тут у них. Нас тут не было. Но я тут что-то уже... Так. Давайте сейчас прокачаемся, если я могу.
Так, денег хватает, флортов не хватает. Спиды. Сапоги скороходы. Сапоги, я бы хотел все-таки. Вон плорты, ага, отлично. Хлопковый плорт. Розовый плорт. Да уже улучшил. Дикий мед. Пурхающий плорт. Тупа, блин, я бы его... Что же надо? Фосфоровый и лучистая руда. Не надо, конечно, чупак. Давайте попробуем найти эту лучистую руду. Что за фигня это такая? Ну, фосфоровый плорт, это понятно. А что вот это за руда, мне пока еще не известно. Так. Я еще поесть. Дайте. Блин. Там золотой слайм, блин. Ему надо что-то скормить, и он даст нам свой плорт. Где? Блин. Это какая-то еда. Морковка. Вот, морковка. Дойдет. Это банан. Банан. Так. Где он? Близко не подходить, а то он пропадет. Да, и кстати, простите, тоже я рисую свои превью в памяти. Ну блин, ну я не знал, как что такое. Вот это мне нужно, и я не знаю где. Короче. Что я хотел сказать, не забыл. Я нашел какой-то портал. А теперь я... О, боже, это. Это что у нас? Это какой-то желейный камень, блин. Это желейный, не знаю, блин. Так. О. Вот. Тут это желейный камень. Я хочу его собрать, но мне можно пригодиться. Вы какой-то порцы. Что вот это мне? А, это портал, который я активировал. Да, вот. Я вгорел. Правда, это портал. Вот. Бля. Ну
думаю, я найду новых слаймиков, которых я еще не видал. И с собой несколько. Я пока тут только вижу лорды всякие, да цветы. Опачки. Верка. Нету. Такое, опять этот дрон. Активация. Похоже, призматические волны по-разному влияют на каждую область острова. В одних местах раскрывают полный спектр цветов, а в других чередуют и делать его. И они активно меняются иногда быстро и непрерывно, и иногда медленно. В первый год здесь, как кажется, сюда жили по-новому. В это время это было прекрасно. Ничего интересного. Это капуста, водяной латун. Я знаю, что такое лечис, но я не знаю. Ну, видимо, это вот это вот лечис и есть. Вы, наверное, не знаете, но я живу. О! Крест старики с каждой. Это золотой или это... Шипастики. Я вас заберу. Жалко, тут нету этого, как его, рюкзака. Это было бы очень полезно. Поклал тут. Нет! Блин! Ты на кауче. Я скажу, что на водах и приведу тебя. Спасибо. И приведет меня к... Они все, не все одновременно съели, и они такие... Блин, теперь надо опять искать эту дурацкую пещеру. Эту дурацкую пещеру надо теперь опять искать, не пещеру. Этот портал надо опять искать, черт, твою мать. Фига, прыгну туда. И где теперь этот портал, блин? Где теперь этот чёрт портал искать? Я не хотел сюда. Тут слаймы. Какие-то. Покажи. А, вот тут, кстати, был вот этот слайм. Что тут? Тут просто виды. Что тут? А, кстати, а вот там что-то горит. Или, может, это тот самый портал? Кстати, может. Вор, блин! Черт. Бегаем, тикаем. Тут этот портал. Хо-хо-хо, как же я знал. Мне надо немного этих скалистых слаймов. Скалистых. Тоже вара? Это, как я понимаю, считал. Да. Это бал! Блин, ну чёрт. Ну ладно. Давайте хоть посмотрим. Они там какают все, хорошо. Пусть какают плотами. Ну чёрт, блин. Что это такая капуша? Ладно.
Я, наверное, разведу этих слаймов. Я разведу этих слаймов дурацких. Ну вот эти. Количество слаймов я разведу в следующий раз. А теперь, надеюсь, вам этот ролик понравился. Всем удачи и всем пока-пока.